Да, а у меня его нету, ну ладно. У меня он есть. Никита, у тебя есть автокликер? У меня, да. Надо по-хорошему CS2 автокликер скачать. Я ветеран симулятора. У меня слишком много опыта в симуляторах. CS2 автокликер. А у вас какие автокликеры? У меня обычный автокликер. У меня самый простой. А именно какой? Оп, автокликер. Оп. Да. Автокликер? Оп, автокликер. Я должен реберт покупать? Да, тут реберт нужен. А я помню его, я им пользовался. Но это не такое, мне CSGO автокликер. Где этот? Что за бред? Проверка на бота. Я человек. Я всего лишь хочу посмотреть коды по этой игре. Автобус. Бац. Ура, я человек. Ура, а я огурец. Поздравляю нас. Так. 3 миллиона визит. Копировать. Где коды вставлять? Сейтинг, шоп. Статус, индекс. А, вот кодекс. Все, есть. Че у тебя? 8. Ну, свой автокликер. Включил. Старенький. У меня 15 этих. Так, ага. А почему он мне решил не кликать? В принципе, я по 7 получаю с кайфом. Кликинг. Препят. Вот. Окей. Окей. Ура. Буст. А, два тренинга, 15 минут. На чё гемы тратить? Вот, на шо. На пэтов. Охрененно, их два тренинга, я вдвойне не получали. Ну ладно. А, вот. Тут есть такая фигня. А, тут ранги есть. Что? Ранг ZXE Gold 228. Шоп, пока что не интересно. Крафт это пэты. Я потратил все свои силы. Это донатные. Вот же гема. Это Daily Rewards. Клейм. Мне дали буст. Так, 1000. Давай на 2000. Минус 7. И сколько там мне нужно? 80. 500 как гемов надо. О, Ники, кстати, тебе подходит. Видишь, как у тебя прикольно выглядит персонаж? Скажи, у тебя прикольно персонаж выглядит. Так, погоди. Это что? Это навигатор. Навигация. Так, инвентарь. Эквибест. Шоп буст. Ну, это, кстати, много раз снижено с этого. С пэт-симулятора Икса. Так, я вот сюда, в эту локацию приду, сколько тут яйцо стоит? 8000, капец. Гемов? А ты их тренируешься? Да. Тренируешься? В смысле тренируешься? Ну вот смотри, тут тренироваться же можно. Тренинг. Где? Так ты, а ты где? Вот, я. Вот, по прямой иди там тренироваться. Чтобы это сильнее было, или как оно? Это получается плюс одна энергия. Стой, за дог. Камон. Ой, какой мне гемы полетели. Ну вот, видишь.
И сколько мне тут тренироваться? Сколько хочешь, пока гема не закончится. Я по 18 гемов ухожу в минус. 20. У меня минус 140. Ну видишь, у тебя зато этот пауэр увеличивается. Это типа ты больше будешь кликать. Понял. Поехали. А ну я сейчас буду. Я пока что пойду подкачаюсь. Все, я понял, как играть. Мне сколько нужно? 48 тысяч. Даже 80 тысяч. Я хочу сейчас купить пэтов. То по мини-гейм винс. Ага, то есть по мини-геймам, мини-играм. То по... А, то 50 по энергии. После этого вот это вот. 3 квинтиллиона энергии. Нормально. И то по геймам. По геймам. 4 квинтиллиона. То по... То это такое... Не знаю, что это такое. Это по ребертам, дофина. И еще один топ по проведенному времени в игре. 9 единиц, так мало. Так, эквибест. Все, у меня топовые беты. Поехали. Бац, 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 полетел. Прям 1500 сразу получаю. Тут зависит. Роботсы. Все есть. 280к гемов. Это крафт, понятно. Что это? More energy, more games. Ааа, я понял. Ну, 50к, о. Я получу, я буду за нуб. О, вот питомцы. Собачка. Правда, это не собачка, какая-то непонятная штука. Коробочка. О, спайки эпические. Нормал. Юнибо. А, это я тут должен прокачивать, короче, я вас понял. Пока мы на максимум где-то полезем. 3. Все за робоксы, ё-моё. Робоксов никуда. Так, я хочу тебе удобно. Сейчас... Хочу себе сделать командор. Этот... За 100 кадров. 10? 10 таких командоров. Ну, хорошо, у меня 3. Я выпал какая-то... Кто это? Призм, Лезард. Еще один. Ну, игра оказалась легче, чем я думал. Командок. Казалось легче. Бул. У меня плюс 450 гемов. Сколько надо для... Вот... Него. Кто это гемов? А стоп, это у чела тренер бегает или что это? Для у него типа манекен такой бегает. Просто за челиком бегает. Еще челик. Ну ладно. Так, теперь я хочу понять, что такое шоп. 4, мне нужно еще 5. Ой, 5. 6. А, 5. Я понял. Теперь 4. Топа! Кэт. Кто такой Кэт? Котик. Кэт. А, Кэт это самый. Понятно. Блин.
еще один док. Сколько у меня тебя? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Какой седьмой? Да, семь. Хорошо, что здесь не надо нашим кликать, чтобы открыть. А то я в прошлом симуляторе, короче, мне надо было кликать, чтобы открыть. Это вообще неудобно. Да блин! Мне скоро не хватит этого. Ух, ём! Какой некит. Ты посмотри, сколько, как я начал фармить. Ты смотри, как я начал фармить. А чего это у тебя за пэты? Погоди, я даже тебя практически догоняю по фарму. А чего у тебя 7 пэтов? А чего у тебя 6 пэтов? Откуда у тебя 6 так, пэтов? Погоди. Сейчас будем делать репер. Некит. Погоди. Откуда у тебя столько пэтов? Некит, откуда? Опа, два. Погоди, сейчас я тренинг себе куплю. Класс. Все, у меня тренинг первого левела. Поздравь меня. Заходим сюда. Докупаем восьмого себе пэта. Покупаем все места. Все. А теперь идем сюда. Капец, игра легкая оказалась. А теперь отправляемся на локацию за 750. Смотри, там прокачка есть, Кирилл, там прокачка есть. А я не заметил, ну ладно. Сейчас буду закупаться. Ну ладно. Так, теперь я делаю реверс. Бац. Купаю себе пэтов. А смотри, после реберса пэты исчезают, Кирилл? Нет. Или да? Ебо, я скрафтил. Не исчезают. Ой, скрафтил. Ладно, спасибо. Вау. А какие у тебя статы? Какие у тебя статы? Меня x22, x22. У белки, у пэтов какие статы? У меня... В принципе, небольшие. Я получаю мало. Так, ладно, теперь где мои пэтики? Ох, ё-моё, что за монстры. Так, и quit best. Так, теперь я пошел делать реберс по логике, да? Чё там нужно до реберса? Сотка гейма. Вот что такое? Это типа нужно мне открыть все локации или чё? Я понять не могу. Чтобы стать зенубом. Я понять не могу, что это? Типа зенубом стать или как? Как? Кирилл, как ты стал зенубом? 8 миллионов. А там, короче, ранг надо покупать. Ну, ранг-то легко прокачать. Получаю я теперь по 4000. По 582 тысячи, капец. А чё игра такая дисбалансная с самого начала стала? 8 миллионов. Так, 8 миллионов. Пофиг, покупаем. У меня 32 ляма гема. You need more energy. А, я дурак, там энергия нужна, а не гемы. Я за гемы пытался купить, капец я болван. Ладно. Я буду очень долго сейчас тратить. А, я понял.
все за... Получаю хрень. Блин, хрень. Что? Мне сразу самый крутой был. Кайф. По 6 тысяч получаю. Не, ну жесткий, жесткий. Ну с игрой. Как она изменилась? Как ты... Я просто не знал про фичу это. Про этот, как он называется? Теперь ты понял? Да. Там у нас в первой локации тренер стоит. Капец. А, за 500 кахемов? Ты просто посмотри, 80 лямов. Можно я там сразу же скипну пару этих рангов? Перейду на следующий. О, погоди, чё-то. Кардилершип тайкон, оп. Что, обнова? Нет, чё-то, ухе, подтвердить что-то. Там что-то должно выйти было. Ладно, потом чекну. Боец? Эквип бест. Все, в принципе, нормально. Теперь что? Теперь возвращаемся на локацию и делаем реберс. Все. Ой, не туда. Сюда. А мог я раньше сделать типа реберс? У меня 150 мощи было и так, и так. Игра кибербула. Я получаю по 20. А, я мог и тренировать. Я мог и тренера купить. А, ну тогда все, игра легкая. Бам-бам-бам-бам. Сейчас делаю реберс. Иди вот сюда. Какие стаки у статы? Стаки, какие статы у собачки? А, собачка самая крутая. Двести десять этих. Мне нужно 500 тысяч. Следующий ранг 150 миллионов. У меня было уже на первом же ранге 150 лямов. Ну почему нельзя было сразу же купить его? Игра слишком легкая и дисбалансная. Значит, надо искать игру, которая будет потяжелее. А кстати, откуда это? Кто у меня? Пэта, откуда это у тебя? Купил. С какой локации? С последней. Пятьдесят пять лет. Бац. Интересно, как я буду лям тратить? Какой лям? Ну, лям гемов тратить. Нормально так, с кайфом. 18 миллионов. Угу. Следующий стоит 150 миллионов.
Тач. А у меня уже 80 лямов так быстро. Я даже этого не ожидал. Ты за сколько? Ты за клик сколько получаешь? Сейчас скажу. 900 тысяч. Понял. Вот лям получаю. А ты? Я по ляму. Это при том, то, что я сейчас не делал реберсты. У меня 50 миллионов. Это. О, фловер, ислам, все. Оо. А, вот, за 650к, да? Сначала. А. Пес матч мощный. Получает по миллионам. Что? Смотри. А, Борис. И второй шестой. И тренер второго уровня. Нормально. Ну я на втором месте. Где? Я тут на мини-игре. А. Соревнуюсь с человеком, который получает по миллиону. А я за всю игру только, ну, меньше миллиона накопил. За всю. За весь мини-игру. Точнее. Полмиллиона. Накопил. И получил миллион. Я сейчас отойду на секунду. Есть. А, по 2 ляма получаю. А, ну ладно. О, вот эта штука нужная, мне её надо прокачать. Стану, почему я получаю по плюс 1? Раньше получил по плюс 2. А, плюс это у меня 1? Было x2. Может, ты просто пэтов не делал? Не, я одел, но просто всегда была x2 энергия. Так, я тут, сколько, ух, ё-моё, сколько я за клик буду получать? По 3 ляма. Поехали. Так, ща делаем. А у тебя какой мастер, да, получается? Получается так. У меня 116 миллионов гемов, куда их потратить? Может на тренера все. Ладно, посмотреть на тренера. Так, тренера сейчас буду покупать. Вот здесь. У тебя тренер какого уровня? Третьего. Третьего. Я сейчас себе сделаю четвертый. Бам. Я пока что дойду. Какой рандомный бустит? Серьезно? Чё, Белка, как тебе игра? Не знаю. Не, ну я офигел, я...
лично я офигел, то, что они не продумали все так глобально. Да, игра не продумана. Чем мне не нравится, то, что мне нужно слишком долго тратить кристаллы, чтобы... Чё нужно? То, что мне нужно слишком долго тратить кристаллы, чтобы это... А мне тоже. Чё-то там... качать. Чё у меня с ногами? Ты видишь это? Плюс 14 лямов ни за что. Так, предпоследнюю. Все просто надо открывать. А я автокликер еще поставлю. Да. Эпичная битва титанов. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Почему у тебя такое телосложение странное? Вот я про что и говорю. Почему у меня ноги так выглядят, тело так выглядит? Ужас. И я получил. Слишком имбаланс. Поздравьте меня, я теперь титан. Поздравляю. Я купил себе первого тренера. С ним получаю на 10 тысяч энергии больше. А, наш набор еще в локации. Хотя про локации совсем забыл. Чтоб это новые. $460 миллионов, на что их могу потратить? Могу на 15 миллионов ребёрстов, яху. Void Ape. Какой у меня там Void был? А, то есть мне опять выпал за 15% самый мощный. С кайфом. Сколько тренера стоит прокачать? У меня 3-го левела, точнее 4-го. 60 этих получаю. Блин, Варусу более лучше меня прокачан в этом плане. Но он какой-то заторможенный. У него ранг титан, как и у меня, но тренер 21 левела. Он какой-то заторможен. И вот еще какой-то чел, вот этот. Но у него вообще 2 левела тренер. Ну блин, я только сделал ребёртс. Я не могу по миллиардам, как он, фармить, печаль. Там, кстати, за 20 левел дается этот... локация, где X3 прокачка, вроде. За 20 левел чего? За 20 левел тренера. У меня вот нету тренера 20 левел, я хочу сейчас... чисто онли тренера прокачать. Не вопрос, а что мне 160 лямов тратить? В смысле? Гемов. У меня просто... Ни на чё. Делай копи на эту. На прокачку. За один раз по 5 лямов. Так, а почему я стал... А, я вспомнил, почему я стал меньше получать. А ну ещё немножко прокачаю. Все. Тренер. Сколько ты за ты получаешь? 6 лямов? Да. Нормально. А павер у тебя сколько павер? Павер? Павер, сила, сколько у тебя?
Сила, в смысле сила? Ну, сила, power. Вот тут. Где тренинг зона. Тренинг зон? 2К. Да. 2К. Оля, смотри, я накачался, я качок. X2. Ой, я придумал план еще гениальный. А, кстати... Некит, ты видишь? Посмотри на меня, смотри. Я вижу. Это просто в танце покружимся. Подружимся. Я, короче, сейчас силу... Я силу сейчас отну до 1000, и у меня будет тактика. Тактика. Это гений. Это просто гениально. Титан X4 Energy. Почему я раньше до нее не додумался? Сто минут. Хотя даже 600 хватит силы. А вот у чела 7-й левел тренер. Тренера. Я тогда сейчас поставлю на автоклик. Эй, сколько за клик получаешь? За клик, сейчас скажу. 4 ляма, считаю. 20. Я сейчас тогда поставлю. Я сейчас тогда поставлю на автокликер и пойду отдохну. Привет. Привет. Сколько я теперь получаю? По 220 тысяч. Мало. Что за фигня?
Извиняюсь. Так, с... Ламбер Тайкон играл, любил эту игру. Чего? Ламбер Тайкон. Помню, играл, любил эту игру. Я, кстати, его помню. Серьезно, мне выпал самый топовый iPad. С первой попытки. Обидно. Если делать. Так, я скоро вернусь. Интересная игра есть, чтобы можно было поиграть, и интересно было. Я сразу скажу, ты мне... Мы не выключим, поставим нам трейлер, как мельком. И предупреждаю. Я тут. Надо отойти. Это, например, в эту игру, что тут у нас... Интересно, есть что-то или нету. Эйбл. Странный человек. Он с тренером четвертого уровня, у него нету ни одного ответа. Void bet. Это 30%. Нормально. Кто-то такой вот выпал. 25%. Чуть-чуть не хватает. В Роблоксе ничего интересного нету. Ну тоже, верно. Нормально. Получает по 300 миллионов. С кем я решил тут соревноваться? Обидно. Ой, я сейчас уже накоплю. 150 миллионов энергии. Я куплю себе мастера. В принципе, я уже накопил.